Так, отходите отсюда. Давайте вот сюда, к шашлыкам. К шашлыкам. Сюда могут выкапывать. Стартовал участник под номером 91, деревянный Максим, сам проездата. Стартовал Волков Алексей, номер 92, на уходе. Результат деревянного Максима, номер 91, 13.08. Результат Лёхана Алексея, номер 92, 12.64. Отличный проезд, как самый лучший. Убегайте, убегайте, убегайте! Туда, к шашлыкам! Результат Пономарёва Дмитрия, номер 123, 16.46. Стартовал участник под номером 94, Кузнецов Кирилл. Результат Юркаева Михаила, номер 125, 13.49. Результат участника под номером 96 Игоря Федорова и Гуру 13.58. Результат участника под номером 98 Гинкерова Максима 14.27. Результат участника под номером 97 Сергея Чеботаева, фигуру 13.86. Результат участника под номером 99 Крова Деревянкина 12.76. Финишировал участник под номером 101 Алмазкин Николай с результатом 13.49. Финишировал участник под номером 103 Сорин Бодислав с результатом 39. Результат участника под номером 104 Василия Зейфа на Убаде 13.52. Красиво было сверху. А теперь я посмотрю. Ну и это. У меня нога тут уползла вот на синем. А, уже стоит. Не-не-не-не. Участник под номером 102. Давай вторую искать. Вторую, да. Результат участника под номером 106 Сергей Петенов. 18.13. Результат участника под номером 108 Богатарова Александра 14.21. Результат участника под номером 126 Ламтадзе Михаила 13.83. Результат
Знаете, техника под номером 109? Впереди 10, уровень 13, 98. Техника под номером 112, Никитин Антон, на опыт 2 показал результат. Показал результат 14-13. Результат Верховского Сергея на 113-13-40. На трассе номер 116 Паиса Кутиева. Результат Дмитрия Даниила номер 114. 13.51. Результат Тайкова Даниила номер 116. 14.29. На трассе номер 119 Сокольник Максим. Стартовал участник под номером 120, Ляпин Андрей. Результат Кокорина Бакума, номер 119, 15-25. Результат Ляпина Андрея, номер 120, 15-85. Первым заездом мы сидели в доме.